Друзья, ну вот вторая часть моего видео. Я вам начала рассказывать про то, как сдавать экзамены, и остановилась на том, что я уже приехала на работу и не смогла вам рассказать, вот как сдается именно драйвер-тест. Вот вы знаете, вы должны, во-первых, знать мотор. Ну, это, наверное, вы в курсе, да, вот что, когда вы приезжаете туда, вот этот драйвер-тест, он стоит 50 с чем-то фунтов, вы должны заплатить. Дальше, значит, вот как я сказала уже, если вы делаете одну большую ошибку или 8 маленьких помарок, то вы тест не сдали. Значит, одна большая ошибка — это если вы нарушили правила дорожного движения, не там припарковались, ну или какой-то совсем серьезный инцидент, что вы не на ту полосу выехали, не так развернулись. Это считается серьезная ошибка. А маленькие ошибки, друзья, вот именно на то, на чем я попадалась постоянно, и именно то, что, вы знаете, мне не дало возможности сдать аж 4 раза. Вот я говорю, на 4-й раз я только сдала. И самое-то ужасное то, что, ладно бы, знаете, то, что денег, ну, 5,4, 200, больше 200 фунтов я заплатила, я же говорю, это бы ладно. Они вытащили с меня так или иначе. Вот я говорю, здесь взяток люди не берут. Но они с вас вытащат все эти деньги. Не мытьем, так катанием все равно. Вот мне даже кажется, что они специально вот это все делают с первого раза. Очень редко кто сдает. Ну, может быть, вам и повезет, и вы сможете сдать с первого раза. Мне не повезло. Значит, что хочу сказать еще, какая проблема? Ладно, что вы второй раз платите эти 50 фунтов, но самое-то интересное то, что еще вы должны ждать 2 месяца. Вот, допустим, если вы захотели пересдать, вот не сдали, вы думаете, ну завтра я прям пойду, завтра все сдам. Ага, как бы не так. Следующая сдача только через 2 месяца. Раньше вы не можете, вас там блокируют. Это вы в компьютере находите, вы знаете их там сайт официальный, драйвер, лайсенс. Как-то называется. Вот, я все это вам ссылочки внизу скину. Посмотрите. Я вам скину эти диски CD, которые я обещала. Ну, я имею в виду, как их найти, как они выглядят. Постараюсь это все найти. Вот. Это что касается теории. Вот. Ну, а вот, значит, практика. Должны вы привыкнуть к машине. Должны вы обязательно потренироваться парковки, парковки задом. И вот этот реверс на угол задом тоже. Значит, обязательно вас будет такое спрашивать. Теперь, значит, они очень любят спрашивать, откройте капот, где у вас то, где у вас все, где у вас масляный фильтр, где у вас заливать воду для, значит, мыть вот этот, как он называется, лобовое стекло по-нашему. Вот, значит, это все вы должны знать. И дальше, значит, вот расстояние какое у шин, у протекторов на шины, значит, оно должно быть 1,6. Потом вот какое расстояние вы должны соблюдать, когда вы едете между машинами, соблюдать дистанцию. Вот это все вы должны знать на зубок. Вот. И, значит, вот это вот у вас спрашивают, и вы поехали. 45 минут у вас длится вот этот вот драйвер-тест. И сидит с вами рядом инструктор, у него такая зелененькая бумажка, и он там прям ставит галочки, где вы какую ошибку совершили или что. Так вот, что я хочу сказать, друзья. У меня были ошибки основные, то, что я не смотрела в зеркала. Вот зеркала. Вот эти боковые, правое, левое, боковое. И обзорное зеркало заднего вида. Обязательно. Какой бы маневр вы ни хотели сделать, вот вы хотите включить поворотник, вы обязательно. И вы не просто должны, знаете, там глазами, я вот считала, что я глазами смотрю, там, но я хотя, конечно, может быть, даже и забывала смотреть в зеркала, это уже потом привычка. Вы прям покажите ему, что вы смотрите в зеркала, вот прям вот так вот, раз повернулись, два повернулись, вот сюда посмотрели, вот повернулись, повернулись, посмотрели, чтобы он видел, что вы, значит, вот используете зеркала, обязательно. Если вы хотите притормозить, если вы хотите завернуть, если вы хотите какой-то маневр, значит, вот не забывайте зеркала, обязательно вы смотрите. Если вы не смотрите в зеркало, он вам сразу раз, раз, тикет, раз, раз, галочку, галочку, галочку. И 8 таких галочек, вы приезжаете, вы считаете, что вы все сдали, он вам говорит, нет, извините, вы в зеркала не смотрели.
Вот. Значит, вот это не забудьте, пожалуйста, друзья, обязательно. Просто даже вот сворачивайте шею. И потом еще мне попросили вот, значит, сделать вот этот реверс на угол. И я подумала, что, ой, боже, да я это умею прекрасно, задний задом сдавать и, значит, вот так вот за угол завернуть, как он там называется, вот этот вот, значит, этот реверс. Вот, я подумала, что я сейчас прекрасно это все сделаю, без проблем. И, значит, я быстренько, быстренько сделала. Он мне говорит, извините, у вас опять здесь три помарки. Я говорю, что, почему? Вы должны были дважды остановиться, дважды обзор круговой сделать, посмотреть, значит, вот опять в зеркала, сюда-туда. То есть не торопитесь делать вот эти парковки или что. Мне казалось, значит, чем я быстрее сделаю, чем я быстрее припаркуюсь, тем, значит, это все будет замечательно. Ничего подобного, друзья. Паркуйтесь аккуратно, паркуйтесь медленно. Вот вы проехали, значит, там чуть-чуть задом сдали, тут же вы остановились, тут же, и вы даже не разворачивайтесь прям вот полностью, весь, всем торсом, вот посмотрите, не только в зеркала обзор, а еще и сами повернитесь вокруг себя. Еще немножко сдали назад, опять остановились, опять смотрите, смотрите обзор, прям показывайте этому инструктору, что вы так прям вот все умеете. Пусть это займет долго времени, но он будет доволен, он будет рад, и вы сдадите экзамен. Вот, друзья, вот как бы такие вот мои вам пожелания, я не знаю. Ну и потом, конечно, навык. Вот надо ездить, 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 смотреть. Потому что он вам дает карту, он вам говорит, куда вы хотите с ним проехаться, где, куда, какие. Потом еще такие вот бывают у них заморочки, что они просят вас где-то припарковаться. Вот говорят, вот мы по этой улице едем, вот, пожалуйста, остановитесь временно. И вы, конечно, должны знать, что на двойную сплошную вы ни в коем случае, или на зигзаг, уж тем более, вы ни в коем случае не должны останавливаться и парковаться. Вот. Все это приходит навыки постепенно. Ну вот, я вам их немножко рассказала, осветила, друзья. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Вообще, конечно, надо было, если бы я только что сдала этот экзамен, я бы вам много более чего рассказала. А сейчас, по прошествии 4 лет, мне, конечно, трудно что-то вспомнить. Ну вот, вот то, что смогла, я вспомнила. Если у кого-то будут вопросы, пишите, я с удовольствием отвечу. А на этом мое видео заканчивается. Всего вам доброго, удачи, берегите себя. Пока-пока!